Вот, все, что нужно знать об ответственности россиян и российских властей. Это предприятие «Малахит», где делаются подводные лодки разные. От гражданских до военных подводных лодок. Они сделали ту подводную лодку, с которой снимали «Титаник». Ну, пожалуйста, второй день, рабочий день, все на работе. В России уже 30 тысяч заболевших коронавирусом, а у них все нормально, как будто они на Марсе живут. Вот из-за таких безответственных людей, собственно, коронавирус и распространяется. Фрунзе 18, предприятие «Малахит». Вот такие безответственные, придурки живут у нас в России. Ну ладно, пока.